В общем, понимаете, о чем я? Ничего не следует стесняться. Точнее, не то, чтобы стесняться. Вот личное пространство, да, казалось бы, вот я пускаю всех подряд в свою постель, да? Вот-вот-вот именно здесь можно спрятаться от всех, от всего. Я думаю, что именно в этом и принцип YouTube. Так, насколько мы поставим? На 11:30 ради эксперимента. В этом и принцип. И еще раз напоминаю, что это может делать каждый. А когда, значит, я говорю, что это может делать каждый, то уже получается недалеко, точнее, мне кажется, по моему мнению, вот ты говоришь, это может делать каждый. И мне кажется, это одно и то же с тем, что сказать, это должен делать каждый. И мне кажется, если вот я, конечно, я писатель, но совершенно не футурист и не фантаст, до, по крайней мере, до сего момента. Но мне кажется, так в будущем будет. Возможный такой вариант будущего, да, что каждый человек должен будет вести трансляцию в лог. Вот тогда получается, что каждый будет зрителем каждого, да? Или как? Но это, конечно, больше сходится с моей концепцией, что снимать все для YouTube. В смысле, что я снимаю для YouTube. То есть для вот этой глобальной умной системы. Ну, возможно. Ну, вот такие идеи. Все, спать.